Гэты проект з'яўляецца уникальным не только для областного центра, але и для краіны ўвогуле. Мюзикл на религийную тематику еще никто не отважился ставить. Идея продемонстрировать у незвычайной форме традиционный конфликт. Светла и темры належить молодежной группе Преображенского храма. Але до реализации поступово долучились люди разных профессий и узростов. Перед ими стояла нелегкая задача – устеснутый термин, подрыхтовать технично складанный и эмоционально насыщенный творчий проект. И праз 2,5 месяца непрофессийный артист уже готовы представить глядачу музычную историю с элементами хореографии. Было очень тяжело, нужно было сначала привлечь всех ребят, заинтересовать их, а потом, мало того, что заинтересовать, удержать это все. Репетиции должны были быть постоянными, работы много, а у ребят своя учеба, работа, сложно всех собрать. Естественно, были разногласия, много, но, видимо, мы справились. Дзеянне мюзікла адбываецца ў свеце, які аказаўся паглынуты цемры, і нараджэнне Ісуса ў ім ужо не свята, а проста міф. На зямлі застаўся апошні чалавек, які не страціў веру. Пастаноўка дае зразумець, што нават калі ты адзін, не трэба здавацца, заўсёды трэба верыць. Прежде всего, нас побудзіла к этому мюзіклу сплачённасць нашого калектыва. І як данесці сёння маладой сярэдзе, што в церковнай аграде сегодня есть жизнь, молодая жизнь, где есть ребята, которые и верят в Бога, и в то же время они не чужды показать в современной обработке, да, современно рассказать о Рождестве. Все волновались жутко, переживали за все, как это воспримет народ, потому что здесь была грань, церковь, мирское, и я думаю, что с Божьей помощью нам удалось найти эту золотую середину. Цель парит, придет пустота, любовь не любовь. Есть мнение креста! Юные артисты отримали шмат становчих водгуков у публицы. После первого успеха творчая группа планует подрыхтовать новый проект, промеркованный до Великодня. Ганна Каральчук, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».